У меня часто спрашивают, если осьминога откажет одно из сердец, остальные два будут работать сильнее? Прежде чем ответить на данный вопрос, давайте с вами выясним, что это за три сердца и с чем их едят. Одно сердце – главное, оно находится в полости тела и отдаленно напоминает сердца высших позвоночных животных, состоит из трех камер и качает кровь к остальным органам. Что касаемо двух остальных сердец, то это не совсем те сердца, которые мы привыкли вкладывать в это понятие, ведь представляют они собой мускулистые расширения сосудов. Это жаберные сердца, которые гоняют кровь через жабры моллюска. И все-таки, если осьминога откажет, например, главное сердце, что с ним будет? В таком случае осьминог отправится в осьминожий рай. Но если по каким-то другим причинам у осьминога откажет одно из двух жаберных сердец, то одно из них возьмет на себя дополнительную нагрузку и будет работать как два по цене одного. Поэтому осьминогу придется еще немного задержаться в мире живых.